Строительство сразу 4 муниципальных домов ведется на улице Русской, 57. Глава Владивостока Константин Шестаков проверил, как идут работы. Активно продвинулись в самой стройке. Прямо за моей спиной уже второй фундамент сейчас принимается нами как заказчиком. И компания «Аврора», которая на территории города Владивостока обладает мощностями по заводу железобетонных конструкций, она уже привозит сюда сами изготовленные железобетонные конструкции, идут с небольшим опережением графика. Вот сейчас основные работы будут по возведению основного конструктива самих жилых домов. Стройка развернулась выше Тысячекочной больницы и Лесного квартала. На сегодня здесь задействованы гидромолоты, автокраны, экскаваторы. В ближайшее время будет поставлена и другая необходимая техника. В домах по проекту предусмотрено 494 квартиры. Все они будут сданы с полной отделкой, сантехникой. На кухне установят раковину и электрическую плиту. Как вы помните, проживать здесь будут переселяемые из аварийного жилья, ну и, конечно, дети-сироты. Также глава города подчеркнул важность строгого соблюдения сроков работ. По договору все 4 дома должны быть сданы в строй до конца 2023 года. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.